Здравствуйте! Еще раз повторяю предупреждение для успешного кинетической. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела. А именно, никак. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полем вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Модификации и теперь способна единовременно создавать по два связанных между собой портала, руководствуясь опциональным пунктом протокола тестирования. Мы рады сообщить вам занимательный факт. Теперь устройство стоит дороже, чем годовой доход и внутренние органы всех жителей в городе.
Thank you.